Сделать торт со вкусом огурца? Думаете, это невозможно? А сейчас я докажу обратное. Для начала делаем бисквиты со вкусом базилика и цитруса. Далее эмульгируем ганаш с лаймовым пюре и делаем огуречный гель. Звучит очень вкусно, согласны? Далее поэтапно собираем торт. Сначала пропитываем бисквиты, выкладываем крем и, конечно же, огуречный гель. Такому вкусу я решила сделать легкий декор в нежно-зеленом оттенке и живыми милыми ромашками. Вы только посмотрите, как они красиво выглядят. Как вам такой тортик? Попробовали бы? Кстати, а за подписку в Инстаграм я дарю техкарту этого торта. Просто напиши «хочу рецепт» мне в директ. А также не забудь поставить лайк.